В рамках экономического форума прошло более 100 деловых мероприятий. Другие подробности с экспоцентра Северной столицы в нашем эфире в понедельник. Сегодня в Чебоксарах проводили в последний путь народного артиста Чувашской республики Ивана Христофорова. Сердце Ивана Христофорова перестало биться на 84-м году жизни. После себя он оставил богатое музыкальное наследие. Иван Иванович работал артистом в Государственном академическом ансамбле песни и танца, в хоре гостелерадио Чувашской АССР, в фольклорном ансамбле «Щавал», академической симфонической капелле. В его репертуаре были не только произведения чувашских композиторов, но и народные песни. В фонде Чувашского и Российского радио хранится более 200 вокальных произведений в исполнении Ивана Христофорова. Проститься с артистом пришли сотни людей. Среди них друзья, коллеги, поклонники его творчества. Все райцентры и деревни, поселения, диаспоры в России объехал неоднократно с делегациями и прочими. И сам лично у меня в Полесском районе, в Шадрихе, открывал он картинную галерею в 95-м году. Я написал его портрет, естественно, с гитарой, раскрыл образ его. Лет 7 назад в Ядрине наша выставка художников Чувашии. В Ядрине его портрет висит. Ночью гроза, пожар. 58 картин сгорело у нас. Я написал второй портрет сам его. Этот портрет сейчас в художественном музее и фондах закуплен.